еліміздің еңбек ері Еркін Нұржанұлы өз заманының көрнекті және жарқын тұлғасы, мемлекеттік ауқымдағы көшбасшысы. Еркин Уйлбеков – известный государственный и общественный деятель, герой социалистического труда, внес неоценимый вклад в улучшение социально-экономической жизни жителей Кокшетауской, Тургайской, Кызылординской областей. Отзывчивость и доброта Еркина Уйлбекова остались в памяти народа. Еркин Уйлбеков – человек для нас особенный. При нем мы работали в разных сферах. Его честность, забота о народе стали для нас примером. Никого никогда не ругал. Он всегда занимался благими делами. Мы видели это. Он надевал свои кирзовые сапоги и ходил по совхозу. Заметив недостаток, недочет, он исправлял его. Этот человек, который жил для народа. Коллеги, работавшие с Еркином Уйлбековым, отмечают его самоотверженный труд ради благосостояния страны и ее граждан. За годы его службы инфраструктура в регионе развивалась хорошими темпами. Я родился в годы поступления моего брата в Академию Тимирязева. Когда он начал свою трудовую деятельность, мы с дедом пошли на его работу. Я гордился, что у меня есть такой брат. Он занимался делами как совхоза, так и области. Его целью было повышение социально-экономического положения населения. Земляки вспоминают Еркина Уйлбекова как доброго, талантливого руководителя, безупречно выполнявшего свои обязанности. Заринабек Калиев, Сандык Наурызбаева, Медет Кыркенов, Кокша, Ахмарат.